На самом деле танец – это один из самых доступных вариантов и быстрых обрести баланс внутри тела, сбросить лишние какие-то вибрации, набранные за день, там, за неделю, за месяц, ну, смотря как часто человек занимается танцами. Мы стоять сначала учимся, потом стопы укоренить учимся, живот ощутить, потом ось выстроить. То есть если мы, чем качественнее мы выстроим свое тело в начале практики, тем легче и качественнее пойдет питание тела от этой же практики. Женщина, она получает энергию от земли, и поэтому очень важно грамотно и качественно простроить и увязать стопы с землей, а затем с животом. Но если будут колени или бедра перекрыты, то связи не произойдет. В худшем случае будут проблемы в коленях. В лучшем просто энергия уйдет обратно в землю. А наша задача именно получить нужную энергию, довести до живота, напитать матку, чтобы она уже дальше двигала нашими деяниями. И удержать внимание на голове для женщины – это вторично, потому что женщине, наоборот, нужно освободить голову от разных мыслей. Потому что у кого, а у женщины всегда мыслей много. В голове забот, дом, хозяйство, что купить, дети и так далее. А танец в землю мы, в принципе, через стопы опускаем все проблемы и все заботы, и вот все лишние мысли, они уходят автоматически, если мы вот пробиваем стопы, пробиваем землю, а потом уже обмен идет на новое. Танцевать все могут, это точно. Никаких ограничений ни по возрасту, ни по комплекции не существует. Практики очень качественные и эффективные. В принципе, после первого же занятия уже результаты приходят. Даже если вот пенсионеры были на занятиях, не могли долго стоять, мы можем танцевать сидя. То есть для тех, у кого сложности с опорно-двигательной системой, то есть с тазобедренными суставами, и есть практики сидя. Пошли обнимать пространство. Два. Три. И раз. Два. Проблемы современных женщин, что низ закрыт у большинства. И женщине вдвойне полезно, мужчинам тоже очень полезно вот именно крестцовую зону, вот эту тазобедренную зону прорабатывать. То есть она должна движением быть. Африканская йога помогает именно и раскрыть, и удержать свою структуру в целостности. Не расплескаться, не раздать пространству все полученное, как проводником, как трубой, вошло-вышло, а именно собрали, накопили, удержали, трансформировали, преобразовали, и именно в животе преобразовали, сохранили в себе, а потом вы уже сияете миру сколько хотите. Потому что если вы наполнены изнутри, то у вас негатив просто не пробьется.